Я пойду посру просто вот сейчас вот, вот, вот до Франции съезжу и, короче, вот подойду к главному солисту Don't Not и вот насру ему на голову, короче говоря, потому что он сделал то же самое с финалом третьего эпизода. А давайте все вернем назад. Почему? Потому что мы тюлени. Команда тюленей, мать твою. Ну серьезно, я как и говорил, вот либо одно, либо другое. Другого быть не могло. Если вы не могли как бы провернуть две возможных сюжетных линии в своей голове, то как бы... А что еще может быть-то? Так что Илюша снова оказался прав. То есть все это было бесполезно и ни к чему. То есть мы просто просрали 40 минут времени ни на что. Нет, конечно, скажете, но это же... типа... Попытка показать то, что нельзя изменить прошлое, нельзя ничего изменить и так далее, все будет хуже, и нельзя сделать все хорошо. Что за бред? Я как бы, знаете, вот... как бы... А другого вообще история, ну ладно. Ок, типа, ладно, неважно, я тут, короче говоря, пойду, в общем, самое... Откуда у нее взялась эта возможность? Тоже хер просышь. Клоя, ты вернулась. О, да, теперь ты не жена хочешь меня поцеловать? У тебя был шанс. Я просто... Я так рада тебя видеть здесь. Ты, похоже, под кайфом. Но спасибо, что меня обняла утром. Мы всю ночь играли в CSI Arcadia Bay. Я пыталась здесь всю информацию вместе собрать. Макс, did you forget we've gone over this? Макс, ты забыла то, что... Для чего мы это сделали? Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world. Добро пожаловать в реальный мир, Макс. Все, можно встать, да? Погнали. Let's look at the big board and see all our pieces. Давай посмотрим на большую доску и посмотрим, какие у нас есть части пазла на данный момент. Я просто... Я просто, ну вот сейчас, объясните мне, вот просто, вот возьмите, короче говоря, вот попробуйте честно признаться, то, что вы обосрались все, кто вот говорил, защищал эту игру. Просто возьмите и признайтесь, вот сейчас в комментариях возьмите и признайтесь, то, что вы обосрались, вот сейчас вот. Возьмите и, вы знаете, как прекрасно чувство, знаете, я могу казаться сейчас немножко, знаете, таким себя любимым, как-то, ну вот так вот, да. То, что я просто вот реально сейчас газики свои понюхаю, эгоцентричным и так далее. Но знаете, какое-то прекрасное чувство, когда ты оказался прав, а вот все вот эти вот, кто в комментах писал, вот, исходил говном, и меня обсирал, и вот оказался неправ. И вот ты-то сидишь такой, да, соснули. Никогда не спорьте с человеком, который прочитал много-много-много книжек, посмотрел много-много-много фильмов. Никогда не спорьте, если у вас нет такого же багажа знаний за плечами. Фух. Ладно, я немножко, конечно, тут гиперболизирую все, естественно, но все же. Так, уф, ачивка. Так, что там еще с ачивкой? Так, яйцо с яйца, окей, яичницу какую-нибудь, так, какой-то костер, потом... Вот, посмотрите на эту картинку, вот на эту картинку, и представьте, что ниже. И там соединяется, как бы, ладно, тут следы потом какие-то темные. Так, это темные следы, мельница, кит, потом лапа птицы, скелет, за решеткой, луна какая-то. Окей. Очень интересно, очень интересно. Так, все очень интересно. Так, что у нас здесь? На, посмотреть. Это музыка на заднем фоне, ее иногда просто приходит меня за это, поэтому, да. Надо говорить. Вот что с Кейт? Вы думаете, Кейт появится? Ноуп. Ноуп. Так близко и так далеко. У нас... Мы должны сделать три вещи, да.
И каких вещей? Какие вещи? Сначала, расшифровать логбук Фрэнка. Достать Нейтан, телефон Нейтана и узнать, что он делает во время вечеринки World of Clubs Kate. И три, избить степ-отчима, чтобы он нам все рассказал. Да, это, конечно, решение. И мы должны это сделать сами. Чувак, дай мне, по крайней мере, напинать ему по заднице, затем перемотай. Хорошо, хорошо, это твоя сила. И мы не можем ее тратить на такое дерьмо. Или Блэквелл будет в большой беде. Не поминай меня, Фрэнки. Я просто хочу убрать его с твоей спины. С нашей спины. Я знаю, тебе нужно позаботиться с гаражом, там, и что-то там, что там сделать. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh, please. На слово, короче говоря, то, что нужно быть поосторожнее с Отчимом, если еще там хочешь бла-бла-бла. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. This butterfly photo seems like a million years ago. Это фото бабочки, как будто было 50 миллион лет назад. Как много раз я изменила время с того самого момента. Окей. Здесь что? Извини, Уильям. Не очень честно то, что тебе пришлось умереть дважды. Короче говоря, первое, нам нужно что сделать, я уже забыл. Второе, достать телефон Нейтана и узнать, что было на той вечеринке в Vortex Club, когда Кейт напоили. Третье, нужно узнать от отчима Хлои, что здесь происходит, и инфу, короче говоря, надыбать на все. А третье... А первое это что было? Fuck my life, Илья, только что тебе сказали. Короче говоря, она сказала то, что она здесь киберинформацию какую-то соберет и попробует все связать вместе. Ну, окей. Так, подождите. Wallet? Тут был wallet? Смотри, кошелек? Ладно, неважно, погнали. Я просто смотрю, может я какие-нибудь очки... О, нет, это маленькая птичка. Была заперта здесь. Испугать ее? Так, может мне закрыть дверь надо? Так, а что еще можно сделать? Oh, that blue dye makes me so happy. Это голубая краска делает меня такой счастливой. Это значит то, что настоящая Хлоя вернулась. И она со мной. Ну, а хоть отражение в зеркале есть. What the fuck? Окей. Ну подумаешь, преслась. Ну блин, откуда за что она туда полетит-то, ну? Она так забавно врезалась, такая, what the fuck? Лети давай. Лети, будь свободный. Что, я не живодер? Чё, можно еще раз перемотать, чтобы она еще раз врезалась? Я бы посмотрел. Ну блин, это забавно же, ну, да не могла она сдохнуть от этого, там не такой был сильный. Так, Дэвид может быть там, мне лучше быть подальше оттуда, видимо. Так, стоять. Вообще интересно, что тут происходит вот здесь, вот в этих дверях? Нет. Как бегать я забыл. РТ. Бегать нельзя. Здесь, по крайней мере. Эти бедняжки, киты. Они как ангелы на пляже. Что же здесь происходит, Уоррен? Йоу-йоу, Макс, твой друг Хлоя написал мне то, что... Ты ее подстрелила, правда? Хлоя, правда тебе написала? Я точно не знал то, что у меня есть ее номер. О боже. Не хотел тебя беспокоить, что? Или embarrass, пляха-муха. Унизить. Слишком поздно им. Вспоминаешь, ты как друг, просто шучу.
В любом случае, все хорошо, не важно. Бла-бла-бла. Looks like they're back on the road to Paris. Похоже, они вернулись на дорогу к Парижу. Пончик остался, дожирай, давай! Халява! Somehow I existed in this whole other reality. Как-то я существовал в той и другой реальности. Но я даже не знаю, что произошло. Чем больше я использую свою силу, тем больше я вижу, как у меня мало контроля над тем, что может произойти. Теперь Макс Колфилд существует в двух, или может быть, трех разных реальностях. Как же у меня может быть судьба? Интересно, Хлоя ненавидит меня то, что я сохранил живой? Но я не могла этого не сделать. Думать об этих всех реальностях вселяет мою голову болеть больше, чем от этих перемоток. Все, она закончила, да? Окей. Стюл. Может, здесь что есть? Может, здесь есть эта сраная яичница? Будущее. Оп-оп. А нафига она выпустила эту птицу? Она же сдохнет. Там типа мертвые птицы, все дела. Так здесь нифига нету, что ли? Ну и ладно, неважно. Мне даже здесь сесть нельзя. И здесь зайти нельзя. Какого хрена? Хаус? Серьезно, это хаус? Уильям never finished painting that wall. Уильям не закончил красить эту стену. David even made sure to bag up the dead birds. Дэвид даже запаковал этих мертвых птиц. Так, что здесь? Похоже, Дэвид закончил чинить свою машину. Может быть, здесь есть какие-то новые улики? Должна ли я подписать петицию? Блэквелл точно уже не безопасный и частный более. Окей. Камеры в Penn Estates? Дэвид, наверное, работает на Прескотов? Извини, но это моя официальная нора, мужская нора. Так что девочкам сюда вход запрещен. Эй, мисс, ты же видишь, ты же понимаешь, что я могу увидеть, как ты повсюду тут ты шныряешь? Поговорим? Что-нибудь я могу сделать для тебя, Макс? Я просто жду Хлою, пока она выйдет из ванны, так что мы можем пойти. Могу пойти. Я, конечно, здесь задолжал, так что я буду притворяться в том, что... То, что ты сказал правду. Извини, Мисси. Ты и Хлоя должны... Что? Здесь множество темных мест в Аркадии Бэй, так что вы должны побеспокоиться о безопасности. Что ты имеешь тупо под темными местами? Не могу тебе сказать все, что происходит в Блэквелл. Ты уже и так слишком много увидела, так что, пожалуйста, держись от этого подальше, Макс. Слишком поздно. Я уже слишком много знаю. Как тот факт, что ты работаешь на Шона Прескотта. Что? Кто тебе это сказал? Нейтан Прескотт? Этот маленький засранец. Вообще, рад то, что его не выгнали. У меня нет удачи в том, что я это узнала. Меня тоже могли отчислить. У меня нет всех улик на данный момент. Просто извини, Макс. Ты мне скажешь, почему ты думаешь, что я работаю на Шона Прескотта? Penn Estates? Я видел документы, которые говорят то, что тебя наняли... Смотри за безопасностью Penn Estates. Черт. А ты хороший детектив. Но меня не нанимали. Я по своим собственным причинам на Шона Прескотта работаю. Это была сложная неделя для обоих из нас, мы должны согласиться, особенно для бедной Кейт Марш. Я пыталась помочь Кейт. I tried to help Kate. You did, Max.
Ты это и так сделал, Макс. Ты спасла ей жизнь, как герой. А я оставил ту самую крышу открытой. Я знал то, что Кейт чувствует от себя отчаянной. Ты даже смогла добраться до крыши раньше меня, чем и кто другой. Я знал то, что Кейт тоже отчаянна, как и мистер Джефферсон. Этот парень просто урод. Я могу это сказать дома, за его спиной, потому что я не на службе. Он живет в своем мире фантазии, прям как Хлоя. Зачем так говорить, спросим? Эти... Они только думают о себе. Когда я на работе, я ненавижу фотографов, которые позируют со своего этого антивоенного дерьма. Академия Блэквелл — это школа для художников, так что это не лучшее место для тебя. У меня здесь Мак, Макс, у меня здесь Мия. Я думаю, то, что Блэквелл — это лучшее место для меня. Конечно, благодаря мисс Грант и ее хиппи-петиции... Антихиппи-петиции. Я думаю, то, что все будет здесь безопаснее, как, например, для Рэйчел Эмбер или Кейт Марш. А ты как подходящая система слежения. И ты должна с Хлоей держаться подальше от этого. Или все станет намного хуже. Хлоя, я сможем побеспокоиться о себе. Теперь извини меня, Макс. Мне нужно вернуться назад к моей своей камере. Видишь, я тоже художник. Я не доверяю Дэвиду, но он и правда очень фюрер. Может быть, Хлоя скажет что-нибудь. О, это правда крутой замок на этом ящичке. Эй, Дэвид, что ты прячешь? У меня нет времени искать код. Мне нужно найти ключ. Мне нужен Майло. И маска. Кто понял отсылочку? Нет, не поняли, да? Черт, идите смотрите фильмы современности. Фильмы крутые, а не ваше говно. Мстители там сраные, убогие комедии современные. Кто не знает Майло, тут засранец. Я зла Вильма, но защищает Дэвида. Наверное, Хлоя будет ненавидеть меня, если узнает. Так, а что мне делать? Там мне, наверное, надо пойти и найти ключ. Может, пнуть ему по сраку? Ключ. По-любому заберу. Ну, не увидит. Ладно, пойдемте к Хлое. Она, наверное, по-любому что-нибудь замутит. Эй, Хлоя! Хлоя! It's amazing how much drama this living. There's no way I can go to Chloe without going to David's locker. What? Окей. Так, а что мне делать? Чтобы его отвлечь? Ха. Не понял. Может, поговорить с ним? Снова? Извини, Макс. Даже не смей ничего здесь трогать. On, Max. Слушай, Макс, нужно найти способ вывести отсюда Дэвида. Я понял, что нужно его отсюда найти способ вывести, но все же. Что же Дэвид делает для Нейтана? И что же делает его папа для Дэвида? Байеры? I wonder if David is going to the party. Интересно, Дэвид пойдет на вечеринку? What the? А вот может это? А да. I can't let David see me while I snag his keys. Не могу не позволить Дэвиду увидеть меня, когда я стаскиваю его ключи. Черт, только что починил этот. Хлоя кричит, черт, кто опять там сделал что с предохранителем? Gotcha. Привет, нихера ты быстро как починил. Шел вон. Конечно, ты не увидишь то, что я ключи утащил, да? Вау. Ничего ты ДЦП-то. I am the key master. Я мастер ключей. Отсылка к Матрице.
О, карты, заметки, координаты, фотографии Кейт, Нейтана. Да! Блэквилл Академия. Парковка Блэквилл Академия, она что-то знает. Кейт Марш. Нихера себе. Я, конечно, хочу спросить, что здесь происходит, но французы же, поэтому, да. О. Норм. Score. Back to Chloe now. Есть. Теперь вернусь назад к Хлое. Хлоя! No, Chloe! Эй, Хлоя! Ты готова? Мне нужно вернуться назад в мое общежитие. Мы счастливы? Очень счастливы. Я джекпот просто, секретный файл нашла. Кейт, Нейтан и Рэйчел. И некоторые координаты. Дэвид просто армия слежения. Теперь давай уберемся отсюда перед тем, как нас застали. Но мне точно нужно увидеть Кейт в госпитале прямо сейчас. Мне нужно узнать, как она там. Серьезно? То есть, если бы Кейт... Ну, вот. Ну, сценку вставили, окей. Сценку вставили с Кейт. На всякий случай, так. А вдруг? Тр-д-т-т-т-в. Там написано. This is definitely Kate's floor. Это точно этаж Кейт. Госпиталь всегда меня пугает. Я понимаю тебя. Теперь представь, как себя чувствует Кейт. Мне так рада, что я смогу ее снова увидеть. Надеюсь, это не так странно для нее. Нет, он будет рад тебя увидеть. Кто бы ни был. Вот, я здесь. Я немножко... Нервирую, нервозно. Просто иди с увидеться другом. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Не знаю, через что она там прошла. И ты спасла ее. I'm sorry. Как меня. Прости. Thanks, Chloe. Я случайно задела левый триггер. Спасибо, Хлоя, но не извиняйся. Мы в одной команде. Команда Макс. Пусть Кейт узнает то, что мы Нейтана возьмем за яйца. О, да. Конечно. Ну что мне надо делать? Алло? Окей? О боже мой, это улыбка. Я убежал бы нахер оттуда. Макс! Кейт. Я думал, что я тебя снова не увижу. Я чувствую себя так глупо. Прости. Кейт, послушай меня. Тебе не за что извиняться. Другим людям нужно. Ты не знаешь, как счастлива я тебя снова увидеть. Ты выглядишь потрясающе. Это, конечно, глупый вопрос. Но я могу тебя спросить, как ты там? Теперь тебе, когда ты здесь, мне даже лучше. Я так рад, что ты пришла ко мне на крышу, чтобы со мной поговорить. Макс, я чувствовал себя такой одинокой, потерянной. Но когда видела, как ты о мне заботишься, как сильно ты пытаешься, ты заставил меня помочь понять то, что я не одинока. Спасибо. Кейт, так много людей, кто тебя любит и кто хочет тебе помочь. Я знаю. Ты должна увидеть все эти посты, все эти письма. Я дала много цветов другим пациентам, потому что они больше в этом нуждаются. И я взяла бумагу, чтобы медсестры, чтобы я могла рисовать. У меня есть идея для детской книги. Я думал то, что я могу некоторые фотографии туда добавить. Я думал то, что ты возьмешь некоторые мои фотографии для фотографии. У тебя хорошая фотография, Макс? Моя семья так беспокоена, я не чувствую себя виновным то, что даже если они ничего не делали. Я удивлен то, что как много студентов из Блэквелл написали мне. Дэниел, мистер Джефферсон. Даже Виктория написала мне что-то хорошее. И я верю в то, что она была правдивой. Я тоже. Я рад то, что ты сможешь снова, то, что ты жива. Я работаю над этим, Макс, и я молюсь об этом.
Окей, что я не успел перевести? В общем, она сказала то, что бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, цветы она дала другим пациентам и так далее. Так много заметок, так много ей всего написали, и шарики она еще себе оставила. Потом она попросила бумагу, ей дали, она рисует картинки для детской книги, и хочет добавить туда фотографии, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, короче, очень много полезной информации, капец, просто вообще охереть. Да. Спасибо, сестренки. Вы действительно спасли Кейт. Сестренки, что? Директор Уэллс знает, как вступить вперед, когда это нужно сделать. Так, видимо, там благодарственное письмо или еще что-то. Это так мило, даже Виктория подписала эту открытку. Но не Нейтан. Виктория может быть королевой сучкой, но она не злая. Так, а что это значит? Я еще забыл, что это значит в левом верхнем углу. Как потрясающе, вот здесь сидеть в тишине с Кейт снова. Я даже не знаю, насколько судеб я... Как много судеб я изменила, но... Кто сказал то, что у нас есть единственная судьба? В общественном времени это такой трах мозга. Что здесь происходит на вот этой картинке? По-моему, там из кого-то что-то выдавливает. Ладно, надо встать. Суд идет. Кейт, так хорошо с тобой снова потусить. Снова. Макс, я тебе так много всего... Так должна, и... Я хочу... Могу с тобой поговорить о чем-нибудь, что ты хочешь... О чем ты хочешь поговорить. Ну, давайте о Виктории поговорим. Я видела письмо Виктории. Как ты себя чувствуешь после него? Макс, я знаю, что Виктория может быть... не очень хорошей. Но я верю в прощение и искупление. Я, может быть, наивна, но я чувствую, как ей плохо. Я бы не была такой с ней хорошей на этой неделе тоже, когда я сфотографировала ее покрытой в краске. Не очень-то горжусь этим моментом. У нас есть свои моменты. Почему ты думаешь, что она такая грубая? Ответь, она сучка или она чувствует себя не в безопасности? Ну хорошо, да пусть нет, она сучка. Она сучка! Извини, но она красивая и талантливая. Здесь нет причин для нее, как вот с людьми относиться, как она. Ну, может быть, если Виктория... Можно написать такое письмо, если все могут ставить Викторию... Если кто-нибудь может заставить Викторию увидеть свет, это будет Кейт Марш. Нет, я думаю, это займет больше, точнее, нужно больше, чем я. Еще что? Хорошо, поговорим о Кейт. О ней, то есть? Всегда хотел поговорить с тобой. Мы пропустили наше чаепитие на этой неделе. Это вообще не клево. Нам нужен план какой-нибудь. Шоп-тур. Чайный. А, да, ты можешь привезти Уоррена с собой, так ведь? Уоррена? А что ты думаешь о Уоррене? Умный и глупый. Но он, у него такое прекрасное сердце. И он милашка. Ты знаешь, что он... ему нравишься. Да, я слышала. Он просил меня пойти в кино под открытым небом, но я ему отказала. О, вы бы были хорошей парой. Кейт Марш. Соорудитель пар. Даже ангелам нужны ангелы, Макс. Нейтан. Я хочу узнать, чтобы ты знал то, что у нас есть вся информация о Нейтане. Нейтан Прескотт должен заплатить за то, что он сделал. Мы должны остановить его от того, чтобы он еще кому-нибудь навредил. Да, я его все-таки исключила, но ему это может быть старт. Ты исключил его? О, круто, Макс. Мне нравится, насколько ты бесстрашная. И что же с ним теперь будет? Vortex Club или Prescott Family? Ну, допустим, Vortex Club. Полагаю, он покажется на вечеринке Vortex Club сегодня, как будто ничего не произошло. И никто ничего не сможет сделать после того, что он сделал.
Мы его остановим. Мне просто найти комнату Нейтана, забраться внутрь и все улики найти, которые мне нужно. Макс, пожалуйста, дашь мне помочь? Я могу достать номер и тебе его прислать, хорошо? Конечно, Кейт. Я не смогу этого сделать без тебя. Теперь для Нейтана посмотреть за нами. Мне нужно вернуться назад к своей миссии. Ты бы знала, как много для меня значит, чтобы тебя снова видеть. Я знаю. Поэтому я тебя люблю, Макс. Спасибо, что за... А вы мне беспокоилась. Скажи кому-то там, что то, что мы сказал. Скоро поговорим. Как она? Она до сих пор Кейт Марш. Слава богу. Рада то, что мы пришли ее увидеть. Спасибо, что пришла со мной. Теперь давай посетим Нейтана Прескотта. Этот маленький уродец не будет рад, когда нас увидит.